важная история. На этой неделе состоялось посещение Красногорска. Можно говорить и в очередной раз, и на той основе, на той, которой, я считаю, это заслуга на местах, мы проводим хорошую работу. В этот раз высшее должностное лицо, наш губернатор, лидер Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев посетил наш фактически пункт приема помощи, и он неспроста возник, и я хочу поблагодарить, с одной стороны, мы принимали детишек в центр Созвездия, а с другой стороны, сразу поняли, я помню, как мне коллеги говорили, Дмитрий Владимирович, ну, пока таких установок нет, мы сразу же приняли с 24 февраля, после праздника открыли этот пункт, и в очередной раз, как говорится, низкий поклон и слова человеческой благодарности тем, кто действительно в это во все погружен. Я отдельно хочу поблагодарить и наш молодежный центр, и, конечно, партия здесь системно, можно сказать, занималась, «Единая Россия», и предпринимательское собойство, и многие люди. Вот даже проведя там чуть больше 2 часов, действительно понимаешь надобность данного пункта. Приходят люди, я задаю вопрос, откуда знаете? Узнали из соцсетей, узнали, уже фактически работает сарафанное радио, каждый житель знает. Много приходит из социальной сферы, я хочу поблагодарить и наших учителей. Действительно, просто вот из-за того, что это в первую очередь душа болит, и многие предприниматели этим же тоже у нас славятся, о том, что, ну, я отдельно прошу поднять списки и поблагодарить тоже наше предпринимательское сообщество и всех тех, кто действительно к этому имеет самое прямое отношение. И дальше прошу продолжать эту работу, потому что мы уже должны делать эквивалент на что? На, с учетом того, что жители приходят, обращаются, что более востребовано. И на это нужно. Я неспроста говорил, когда, помните, мы начинали с беженцев, с тех, кто к нам приезжает, там чуть больше 100 человек, вы мне докладывали, Наталья Сергеевна, сейчас их уже за 400, сегодня отдельно скажете об этом. Какая необходимость в первую очередь? И мы прекрасно понимаем, что это в первую очередь и детское питание, и вещи личной гигиены, они сегодня имеют самое приоритетное направление. Мы уже говорили о том, что я смотрю, много одежды оставляют, хотя сейчас сезон, может быть, весенне-летний, в этом меньше надобности, но все равно это очень востребовано.